кстати, там потасовка. Там опять потасовка. Родригау, промис, и это драка стенка на стенку у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, Родригау ногой прям бьет, и еще удар. Ничего себе! Ой-ой, ничего ведь это не предвещало, да, Саш? Да, совершенно верно, но тут настоящее рукоприкладство идет со стороны игроков. Сейчас все в этом участвуют, и одна скамейка, и другая. Зенитовская и спартаковская в роли миротворцев предлагают с тренером выступать. Участвует и служба охраны, уже все тут сбежались, кто может. Да, в общем... Что же там произошло-то, а? Очень долго держали себя в руках игроки, и в конце окончательно уже распоясались. Так, нужно подниматься.